Доброе утро. Какое, скажи, доброе утро, уже 12 час, да? Время-то 12 часов будет. Приехал из деревни домой. Думаю, конечно, лучше. Думаю, лучше и спокойнее. Никаких этих. Но что хочу сказать. Вот такая вот, понимаете, история была, да? Там один дядька, короче говоря. Такой. Сидим. Ну, мы это там за столом, да. Пьем, ну, не кофе пьем, это просто покушать, да. Салатик сделали, все такое сделали. Этот, видать, перепил много. Ну, этот чувак, я имя не буду говорить. Ну, перепил, короче говоря, такое. И тут у него взбредает в голову, говорит, ты у меня, говорит, часы взял, когда я приехал, еще раньше, лет 20-30 тому назад. Я, бля, обалдел даже. Ну, и полез драться на меня, этот чудо-юдо, блин. Ну, не буду... Прям вот, знаете, вот, ну просто хочется высказать это мнение, да? Я был еще, блин, таким ребенком, шпендиком, блин. Не, лет 10, ой, 15, наверное, было. Не 15, ну, может, 19, может быть. Я копейку ни у кого не украл. Никого не ударил, никого, блин, это, ну, было время, когда я это, ну, делал очень плохо, ну, там, школьные дела, да, но чтобы украсть что-то и как-то, это надо же, чтобы, ну, приколупаться ко мне, да, надо было вот обязательно, вот, ну, испортить весь этот на, то есть ужин, прости господи. Ну, он получил, да. Ну, короче, вот так вот. Несправедливость бывает. Да. Привет, друзья. Здравствуйте. Мои хорошие. Сегодня, блин, погода изменилась опять. Опять изменилась погода. Да. Решил кофе попить. Смотрите, какие красивые цветочки. Прям не могу. Дождь всю ночь шел. Прям всю ночь. Птички летали сегодня. Прям вот с утра. Прилетела одна прям в кровати. Да, прилетела такая. Ну, червик, вот так вот. Кричала прям эта муха. Да. У меня окошко было просто открыто, она залетела. Ой. Ёлка. Маша, как это? Мультик такой, Маша. Ёлка. Да. Вот так вот, мил май. Это там, а кто-то что-то это... Сверликает. Сейчас покажу дождичек. Да. Да, ребят, ну смотрите, дождь какой. Ну, такой мерзопакостная погода, да? Ребят, он петунья, он, смотрите. У меня. Ну, ничего, слава богу, окна надо помыть. Как говорила моя подруга, дождь помоет. Че ее их мыть? Ну не, ну надо. У меня еще синяя тут вот такая, не, фиолетовая, наверное, петунья расцвела. Мне цветы так нравятся. Это вообще, ребят,
Я люблю, когда все цветет, все вот пышет. Вот. Да, девочки, мальчики, все красиво. Вон это беленько. Да вот эти вот тоже, смотрите. Вон она. Вот такие вот петуни. Взяли и зашли. Вон они. То рябинка поспеет. Знаете, я что хочу сказать, уже, наверное, не успею сказать. Моя жизнь такая, как вот, знаете, вот сегодня вот мы живем, да, смеемся, радуемся, да. А уже потом приходит одно слово, да, и уже печально, да. Ну ничего, надо радоваться жизни. Ну что, англобенцы, здравствуйте. Все спрашивают, у вас зима? Да, у нас теплая зима сейчас. Лето называется. Да. Елка круглый год. Новый год. Да. Да, девочки, мальчики. Я так подумал, может мне тоже гламур сделать. Давайте, девочки, мальчики, историю расскажу. Хорошая такая история, такая. Блин, стоит ли эту историю рассказывать? Как вчера мне там писали. Ну, в одном сайте знакомств. Не знакомство там. Там совсем другое. Ну так, поорать, покричать. Да. Короче говоря, девочки, мальчики, жизнь прекрасна. Да. Елка это для денег, ребят. Это вот спрашивают меня, для чего ты елку поставил? Ну, девочки, мальчики, ну вы о чем? Ну, поставил елку. Ну, о чем вы говорите? Я хороший человек. Ну, не пью, не курю. Матом не ругаюсь. Господи. Блин, хотел историю рассказать. Забыл, блин. Ну. Ой, тут просто люди нервные у нас живут. Некоторые. Да, у некоторых с головой вова. Да, как одна говорила. А у тебя с головой хорошо? Ой, да. Говорю, хорошо. У меня вообще замечательно, вообще. Ой, ребят, я прям не в курсах дела. Блин, хотел историю рассказать. Ну, уже времени хватит. Или хватит. Короче, так. Была девочка одна. Ну, мы с ней дружили. Ну, до поры до времени. Ну, пока я ей не надоел. Ну, она сказала, ой, ты мне не нужен. Ни в коем случае. Зачем ты нужен? Ну, зачем? Денег с тебя не поимею. Ну, говорит, денег не поимею. Ой. Одни переживания только. Говорю, ну хорошо, иди отсюда. И выгнала ее за три шеи. Ну, бац, еще, и все. За одну шею схватил, и за другую шею, и за третью. И говорю, иди отсюда, ты ничего не получишь. И так и вышла. Вот и все. Я тут, а она